Добрый день всем, уважаемые коллеги. Меня зовут Зайкова Алина. Я из города Новосибирск, из Славного института философии и права Саран. Сегодня мой доклад будет посвящен R-теории. То, как она была изначально создана, и то, как она понимается Оклендером. Моя презентация на двух языках для того, чтобы было удобно всем слушателям. Но говорить я буду только на русском. Все началось с Мактаггарта. Все началось еще раньше, но аналитическая философия времени, как говорят многие, началась именно с Мактаггарта. Он в своей статье «Нереальность времени» предложил говорить о событиях с помощью двух серий. А-серия «Прошлое, настоящее, будущее». Или Б-серия «Раньше или позже». Здесь приведены примеры предложений, в которых наглядно показано, что вот какой серии относятся некоторые события. Когда мы говорим «вчера был дождь» или просто «был дождь» или «будет дождь» или «сейчас дождь», мы явно указываем на то, является ли дождь настоящим, прошлым и будущим. И для события «дождь», «идет дождь», отношение к модусу времени «прошлое, настоящее, будущее» является принципиально важным. Если же мы говорим, допустим, что день рождения Пушкина раньше, чем день рождения Лермонтова, в данном случае неважно, какое время сейчас существует, оно всегда такое. То есть всегда день рождения Пушкина раньше, чем день рождения Лермонтова. Он также говорит про C-серию, но говорит он про нее намного меньше и особенно ее не развивает. Ну, то есть он говорит, что мы про нее не можем сказать ничего хорошего, ничего позитивного, прошу прощения. Ну вот, предполагает, что если добавить к C-серии А-серию, может получиться B-серия. Я повторяю еще раз, что он ее не особенно сильно развивает, просто чтобы отдать должное, что вот у него все-таки три серии событий, а не две. В дальнейшем, на основании теории Мактаггарта, я еще небольшое отвлечение про то, что вот как раз-таки существуют предложения, в которых условия истинности зависят очень сильно от времени или не зависят. Допустим, выражение «дважды два – четыре», оно всегда «дважды два – четыре» – вчера, завтра, послезавтра и так далее. Или день рождения Пушкина всегда 26 мая. Когда мы это говорим, это всегда остается правдой. Как вот в случае с днями рождения Пушкина и Лермонтова. Но все меняется, когда мы говорим про то, для чего важно время. Допустим, враг приближался или враг приближается. Или дождь идет, или дождь прошел. Или сегодня годовщина рождения Пушкина. Сегодня вот не 26 мая, поэтому это предложение неверно. А вот если бы сегодня было бы 26 мая, это предложение было бы истинно. Вот как раз-таки дальнейшая дискуссия во многом строится на основании предложения, на основании статьи Мактаггарта. А-теоретики предполагают, что А-серия «Прошлое, настоящее, будущее» является существенной, и мы не можем от нее избавиться, как, что бы ни случилось. Б-теоретики говорят, что на самом деле нет. Тут должно быть doesn't. A-series isn't essential. Прошу прощения за опечатку, что есть только вот раньше-позже, мы все можем описать с помощью раньше-позже. Опять же, возможно, кто-то говорит, что мы можем все описать с помощью раньше-позже, кто-то говорит, что в принципе настоящего, прошлого и будущего не существует. Основное отличие между этими двумя направлениями, между А-теоретиками и Б-теоретиками, это их отношение к течению времени, к временному переходу. А-теоретики утверждают, что течение времени есть, и настоящее является привилегированным. Б-теоретики предполагают, что течения времени нет, а прошлое, настоящее, будущее имеют равный статус или вовсе не существуют. Сюда же можно отнести всякие четырехмерные пространства, время и прочие концепты. Также стоит сказать про то, что до 80-х годов 20 века была то, что сейчас называют старая Б-теория, в которых говорилось про то, что действительно мы можем избавиться от
прямо из языка убрать все, что относится к прошлому, настоящему и будущему. И было несколько предложений о том, как это можно сделать. Основные подходы, это вот приведены на слайде, подход, основанный на дате, когда мы говорим, что враг приближается или дождь идет на конкретную дату. Или токен-рефлексивный подход, когда мы привязываем истинность предложения ко времени высказывания, или психологический подход. У них у всех была критика, потому что от этого избавиться так и не удалось. И тогда была предложена новая B-теория, которая сейчас активно разрабатывается и наверняка еще будет разрабатываться, хотя до сих пор есть критики, наверное, еще будут, которые говорят, на самом деле вы не правы, давайте вернемся к старой B-теории. И Аклендер, про которого я еще буду говорить, тоже один из них. Новая B-теория говорит, что темпоральных фактов не существует, но темпоральный дискурс неустранимый, мы всегда будем говорить о прошлом, настоящем и будущем. Мы можем указать антипаральные условия истинности, антипаральных предложений. И, следовательно, нам нужно два языка. Один для описания фактов, другой для своевременных действий. То есть, условно говоря, когда мы, чтобы посмотреть телепередачу на телевизоре, нам нужна, во-первых, эта самая программа телепередач. После этого мы должны соотнести, что вот время, как некоторая передача, которую мы хотим посмотреть, соответствует с временем, которое происходит сейчас, и вовремя подойти к телевизору. Это пример Меллера. Но вскоре после того, как МакТаггарт опубликовал свою работу про нереальность времени, Рассел через, по-моему, 6 лет опубликовал свою работу об опыте времени. Как я уже говорила, есть на английском, на русском. Это английская версия того, что я хочу сказать. Это русская версия. Рассел указывает на то, что важно не смешивать временные отношения между субъектом и объектом с временными отношениями между объектом и объектом. Легко можно понять, в чей камень кидает, в чей огород кидает этот камень Рассел. Многие самые сложные затруднения в метафизике времени произошли именно из-за этого. Прошлое, настоящее, будущее происходит из временных отношений между субъектом и объектом, тогда как ранее и позднее происходит из временных отношений между объектом и объектом. В его статье нет терминов А-серия, Б-серия, но, как видите, термины, которые МакТаггарт называет А-серией и Б-серией, они соответствуют. Теория Рассела. Что он предлагает в своей теории? Он говорит, что мы рассматриваем две пары отношений. Первая пара отношений касается отношений между субъектом и объектом. Это ощущение, восприятие и память. Вторая пара – это отношения между объектами. Одновременность и последовательность. Первые отношения порождают ментальное время, а вторые – физические. И, как говорит Рассел, что физическое время проще, поэтому мы начнем рассуждение с ментального времени. И в дальнейшем он строит всю свою концепцию на основании ментального времени, хотя во многом опирается именно на отношения между объектами. В первую очередь, одновременность и последовательность, я еще раз прошу прощения, одновременность и последовательность, то есть на них он опирается во своих рассуждениях. Аклендер пересматривает всю дискуссию между А-теоретиками и Б-теоретиками. Он говорит, что помимо вот отношения к течению времени, они отличаются очень сильно, в принципе, подходом к динамичности опыта. Если А-теоретики говорят про то, что опыт динамичен, и вообще Вселенная динамична, то Б-теоретики говорят про то, что Вселенная статична. Это позиция Аклендера, я с ней не совсем согласна. Ну вот он так вот утверждает. И при этом он говорит, что на самом деле это мнение, что А-теория динамичная и, следовательно, реалистичная, а Б-серия статичная и антиреалистичная, поскольку она зависит от того, что мы можем предложить. Вот он говорит, что такое мнение на самом деле не совсем правильное, потому что если мы уберем из А-серии, из А-теории Б-серию, мы получим нечто статичное.
То есть что-то, что будет всегда прошлым, что-то, что будет всегда будущим, что-то, что будет всегда настоящим, без какого-либо движения. А вот про... Там же он говорит про R-серию, и он предлагает R-серию понимать как основанную на, Рассел... на типоральных отношениях, предложенных Расселом. И вот он говорит, что вот как раз-таки расселианская серия, она вот динамична. То есть вот все остальные, они не такие, а вот B-теория, B-серия не динамична, A-серия не динамична из B-серии, а вот R-серия, она настоящая динамичная серия. При этом R-серию он предлагает понимать как событие, упорядоченное согласно свойству, допустим, происходящее ранее чем. И тот факт, что два события переходят одно перед другим, он называет динамичным фактом, опираясь на других исследователей. А следовательно, и универсум, состоящий из динамичных фактов, является динамичным. А в принципе, согласно теории, R-теории Оклендера, время понимается как R-серия, состоящая из бесконечной последовательности R-фактов. Но если вы помните, с чего я начинала, как я описывала B-серию, принципиального отличия между B-серией и R-серией нет. Ну, то есть вместо того, чтобы назвать происходящий ранее или просто раньше-позже, от того, что мы назовем это чуть-чуть по-другому, ничего не меняется. Более того, он опирается на Рассела, хотя Рассел прямо разграничивает А-серию и Б-серию в своей работе. Правда, не называет А-серию и Б-серию, тем не менее разграничение все равно присутствует. При этом Оклендер утверждает, что R-теория динамичная, потому что там есть динамичные факты, а динамичные факты образуют динамичный универсум. Поэтому R-теория и есть настоящий темпоральный реализм. А вот в принципе во времени присутствуют динамические отношения, но сейчас, но статичные факты. И при этом как я уже сказала, не существует никаких свойств у R-теории, которые он предлагает, которые бы отличали ее принципиально от B-теории. То есть просто он берет B-теорию и называет ее по-другому и утверждает, что отношения становятся динамичными. Поэтому, как мне кажется, что R-теория – это вид B-теории, причем близкий к новой B-теории, поскольку во многом он пытается отказаться от утверждения о возможности избавиться от А-серии, но при этом пытается это сделать в физике, хотя бы частично. Я благодарю за внимание. У меня короткий доклад. Даже не понадобилось табличек. Здесь источники, на которых я опиралась. Как я уже сказала, что Оклендер, он очень много говорит, очень много пишет. Он в том числе писал, что давайте заниматься новой B-теорией, потом давайте вернемся к старой B-теории, потом сказал, вообще-то есть еще R-теория, давайте ее вспомним и будем ее продвигать, потому что она есть типоральный реализм. Ну, в целом, он, его работа очень интересная, и аргументы тоже интересные, и я всем рекомендую его почитать. А еще в качестве рекламы я приглашаю всех на конференцию в Новосибирск в октябре. Мы договорились с Томской конференцией по аналитической философии, что они будут рядышком, поэтому вы можете устроить философский сибирский вояж в октябре. Будем вас ждать.